Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy M23. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить синхронизацию Google Backup. Что такое Google Backup? Это резервное копирование Google. Итак, открываем приложение настройки, спускаемся вниз и выбираем Google. Затем спускаемся вниз и нажимаем резервное копирование, затем нажимаем начать копирование. Написано, не удалось выполнить резервное копирование. По какой причине? По той причине, что неправильное время у нас сейчас установлено. Как установить правильное время? Мы выбираем общие настройки даты и времени, включаем автоматическое время. После чего мы опять-таки возвращаемся в Google, включаем резервное копирование и нажимаем начать копирование. Подтверждаем пароль, нажимаем продолжить и все. Резервная копия пошла. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.